Возмущение анапчан наконец услышано. Видеоролик, размещенный в социальных сетях, помог задержать нарушителей правил дорожного движения. Не первый раз пользователи сети интернет пытаются привлечь внимание правоохранителей к проблеме лихачества на набережной. Любимая жителями и гостями курорта прогулочная зона должна быть в безопасности. Этого требует и глава Анапы Сергей Сергеев. Небольшое видео в несколько секунд появилось на одном из городских сайтов. Под оглушающие звуки лезгинки по пешеходной зоне двигается автомобиль. Комментарий ребенка говорит сам за себя. Опять они! Справедливо возмущение анапчан. Для велосипедистов движение по набережной закрыто, а для автомобилей администрация вмешалась в ситуацию. Видеоролик в полицию направили из управления по взаимодействию с правоохранительными органами. Нарушители задержали по горячим следам. Сейчас посмотрим. Из бардачка достаем все. Во время обыска в машине находят пневматику и металлическую дубинку. На вопросы отвечают что-то невразумительное. Когда я ехал, там вот дорога едет, обычно, да, и смотрю, там люди уже там развернутся. И как я думаю, поехать чуть вперед, развернуться, выехать. Сотрудникам полиции стоит поблагодарить пользователей сети интернет за помощь в поимке нарушителей. Жители Карачаева-Черкесии, водитель Киамран Азаматов и пассажиры доставлены в отделение для дальнейших разбирательств.